Какой харизматический квартет. Здравствуйте. Я Рита Скиттер, корреспондент ежедневного пророка. Но вам это, конечно, известно. Это о вас мы ничего не знаем. Вы наша главная новость. Какие причуды кроются за этими розовыми щечками? Какие тайны прячутся за этими мускулами? Неужели смелость скрывается под этой шевелюрой? В общем, чем наши чемпионы дышат? Мне все интересно о вас знать, а уж моим читателям тем более. Ну, кто будет первым? Начнем с младшего. Отлично. Здесь тесно. Это каморка для швабр. Значит, ты себя чувствуешь здесь как дома. Не возражаешь против прытко пишущего пера? Нет. Расскажи мне, Гарри. Вот ты сидишь. Замечательный мальчик 12 лет. Мне 14. Твоими соперниками в состязании станут трое учеников, которые, кстати, не только эмоционально гораздо более зрелые, чем ты, но и знают такие магические заклинания, о которых ты еще даже не мечтал. Не страшно? Я не знаю, правда. Я об этом не думал. Не обращай на перо внимания. Ты, конечно, непростой мальчик, 12 лет, да? 14. Ты ведь легенда. Как считаешь, добиваться участия в таком опасном турнире тебя заставила твоя старая травма? Нет, я не добивался. Ну, конечно, нет. Все обожают бунтовщиков, Гарри. Зачеркнуть эту строку. Кстати, о твоих родителях. Будь они живы, то что бы они чувствовали? Гордились бы или страдали? Ведь твое настроение в лучшем случае говорит о жажде внимания, а в худшем о мании самоубийства. Что? Мои глаза не искрятся никакими призраками прошлого.